Спортсмен из Сургута Денис Гамбаров стал чемпионом мира по бодибилдингу. Кубок мира проходил накануне в Киргизии. Участие в международном турнире приняли более 300 спортсменов из 13 стран мира. В этом году в Бишкеке спортсменам из России разрешили выступить под своим гимном и флагом. Подробнее в следующем сюжете. Четкие отточенные движения, по несколько подходов на каждом тренажере, чтобы добиться идеальной формы тела. Так проходят тренировки чемпиона мира по бодибилдингу Дениса Гамбарова. Формула успеха, признается спортсмен, одна – титаническая работа и желание победить. Был настрой, настрой был только на победу, вот, потому что представляешь Россию, великую страну, и нужно соответствовать этому уровню. Каждый раз показывать более лучшую форму, прогрессировать и добиваться новых высот. В бодибилдинге главное пропорции тела, сухость атлета и умение владеть своим телом. А конкуренция среди участников огромная. Денис Гамбаров стал лучшим в произвольной программе. Спортсмен уже абсолютный чемпион Югры и двукратный чемпион России. Теперь он первый и пока единственный чемпион мира из Югры. 4 года мы с ним шли к этому пути. То цель направлена. 4 года это беспрерывные такие постоянные тренировочные процессы, где даже нельзя было там на месяц сделать, скажем так, отдых. После победы спортсмен решил отдохнуть. Сейчас паузу Денис Гамбаров заполняет подготовкой спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата. Он тренирует его уже не один год с намерением воспитать чемпиона международного уровня. Елена Коткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.